Добро пожаловать на Мститель. Это переделанный транспортник пришельцев, из которого выйдет отличный мобильный штаб. Как только мы его починим, разумеется, отсюда мы сможем планировать удары по позициям пришельцев во всем мире. Этот корабль, кстати, не без заскоков. Если послушать Шень, так он вообще обладает собственным разумом. И я не про ИИ. Мы потихоньку обживаемся тут, отсек за отсеком, но у нас впереди еще полно работы. Для начала мы установили все необходимое базовое оборудование. И еще кое-что. Думаю, вы это оцените. Кстати, я бы на вашем месте заглянул в лабораторию. Вам следует познакомиться с доктором Тайконом. С ним стоит кое-что обсудить. Впечатляет, не так ли? Генерирует невероятное количество энергии и абсолютно безопасно для здоровья человека. Если бы то же самое можно было сказать об остальных инопланетных технологиях, шеф. Доктор Ричард Тайгон, глава научной службы. Я отвечаю за все исследования, которые мы здесь проводим, а также за процедуру, которую вы недавно прошли. Добро пожаловать в лабораторию. Чем богаты? Не знаю, что вам успели сообщить в центре, но мы тут нашли кое-что, когда вытаскивали вас из стазис-костюма пришельцев. Устройство, имплантированное вам прямо в затылочную долю мозга. Если бы у меня было оборудование, с которым я имел дело в Адвенте, я бы уже точно определил его назначение. Впрочем, со временем я все равно разберусь. С вашего позволения, естественно. И еще один момент. Оборудование здесь, несомненно, впечатляет, но в одиночку многого не сделаешь. Если бы вы смогли направить сюда еще сотрудников и дополнительные ресурсы, я смог бы серьезно ускорить исследование. Всего доброго, шеф. Тайгон – один из умнейших людей на планете. Рад, что он одумался и перешел на правильную сторону. Тем не менее, насчет помощи – это он серьезно. Адвент контролирует почти весь мир, поэтому наши ресурсы крайне ограничены. Да и людей найти проблема. У нас уже есть минимальный состав оперативников, шеф. Вам предстоит решить, чем они будут заниматься. Генетика шагнула далеко вперед за время вашего отсутствия. Дайте нам время и указания. И кто знает, какие улучшения мы сможем разработать для наших солдат. Умно. Они смогут эффективнее лечить наши войска, чтобы те быстрее могли вернуться на передовую. Каким бы гениальным ни был Тайгон, его исследования немногого стоят без команды инженеров, способных ему помочь. Зайдите к Шень. Итак, я переналадила ваши репульсоры с помощью запчастей от старого двигателя. Это должно решить проблему со стабилизацией. Давай, ровер. Так, сойдет. Сюда. Шеф! Это может показаться странным, но наша техника не очень-то совместима с инопланетной. Лили Шень, главный инженер, к вашим услугам. Вы, наверное, ожидали увидеть моего отца. Учитывая последние события, полагаю, центр вам еще не сообщил. Его больше нет. Отец пожертвовал всем ради того, что мы имеем сегодня. Этот корабль — работа всей его жизни. Я уверена, он был бы рад сам показать вам тут все. Он много о вас рассказывал. Будьте уверены, я завершу то, что он начал. Поверьте, здесь я могу изготовить практически все, что придет в голову. Немного помощи, и вы удивитесь, на что я способна. Для меня честь наконец познакомиться с вами, шеф. Недалеко мы ушли, если бы не она. С вашей помощью, уверен, она станет достойным приемником своего отца. Зона испытаний, второе имя Шень.
Учитывая скудность ресурсов, ее ребятам приходится проявлять небывалую изобретательность при разработке чертежей. Боеприпасы, взрывчатка, броня — чертовски эффективны, несмотря на непредсказуемость конечного результата. Отлично. Если вы действительно хотите поскорее опробовать эти боеприпасы, назначьте на проект дополнительного инженера. Хорошее решение. Это сильно сократит время производства. Исследование и производство — это крайне важно, но как бы там ни было, войны выигрывают солдаты. За годы нам пришлось многому научиться, чтобы выжить. Адвент превосходит нас в количестве войск и вооружений. Нам пришлось приспосабливаться, изменить методику подготовки и тактику, чтобы бить в их слабые места и использовать свои сильные стороны. Рейнджеры действуют скрытно, любители рукопашной. Чтобы выиграть эту войну, каждый должен внести свою лепту. Наши солдаты провели отличную операцию, вернув вас, шеф. Навестим их в оружейной. Когда мы впервые применили гремлинов, то и представить не могли, насколько эффективными они окажутся в бою. Наши специалисты продолжают работать над их улучшением. Мы можем настроить наших дронов на оказание первой помощи раненым или сделать из них машины для убийства. Оба варианта хороши, шеф. Прошли те времена, когда добровольцы со всего мира выстраивались в очереди, чтобы попасть к нам. Теперь придется попотеть, чтобы создать боеспособную силу из остатков человечества. У нас не осталось выбора. Принимаем всех, от гражданских до ветеранов. Раньше я и представить себе не мог некоторых из них в форме XCOM, однако раз у них хватило духу пойти против Адвента, мне этого достаточно. Ну и больших пушек, их у нас в избытке. Последний подконтрольный людям произведенный объект закрылся около 20 лет назад, поэтому доставать запчасти с каждым днем становится все труднее. Приходится импровизировать, собирать трофеи и использовать их против врага. Меня устраивает. Ну что ж, шеф, теперь вы знаете, с чем придется работать. Осталось обсудить, как, если вы... Внимание! Входящее сообщение! Входящее сообщение! Это зашифрованный канал. Переключаю на ваши апартаменты. Приветствую, шеф. Рад снова видеть вас. Мы хотим, чтобы вы взяли руководство силами сопротивления по всему миру. Установите контакт с местными ячейками и координируйте их работу. Спасите нашу планету. Время на исходе, шеф. Удачи! Похоже, подготовка закончена. Пора за работу. Пришельцы держат мир за горло, и хотя нас мало, мы пытаемся это исправить. У нас сейчас творится полный хаос. Нам нужно организоваться. И начать лучше всего с ведомства Тайгана. Отлично! Заработало! Есть контакт с некоторыми регионами. Мы не можем быть везде сразу, шеф. Нужно тщательно обдумывать каждый шаг, помогать друзьям и мешать врагам, чтобы создать сильное сопротивление. В пути. Получение разведданных для операций требует времени, шеф. Оперативникам нужно связаться с местными и узнать все о противнике в регионе.
Похоже, люди Шэнь добрались. Скорее бы направить их в дело. Мы получили информацию о центре снабжения недалеко от наших позиций. Можем отправиться туда или получить разведданные по другому региону. Мудрое решение, шеф. Нам понадобятся все доступные ресурсы, чтобы одолеть пришельцев. Мы можем отправиться в новый регион или продолжить собирать данные здесь. Свяжемся по вашему приказу, шеф. Получаем разведданные по секретным проектам врага. Такое не показывают по телевизору. Там обычно все заканчивается хреново. У нас нет времени атаковать каждый из них. Нужно точно выбрать направление удара. Множественные атаки на пункты связи сопротивления, шеф. Такие операции позволят нам узнать, что Адвент замышляет на самом деле. Вражеская активность на границе. Ждем приказа. Выдвигаемся. Мощность падает! Мы падаем!